Всем огромный привет! Сегодня я буду плести вот такой легкий браслетик из овальных бусин, и кому интересно, приглашаю на мастер-класс. Для плетения этого браслета нам понадобятся следующие материалы, а именно вот такие рондели. Это овальные бусины размером 4 на 6 миллиметров. Я взяла такие прозрачные. Понадобится бисер. У меня вот такой интересный бисер, кому понравился, вот такого оттенка. Чешский бисер номер 10. Нужно будет нам крепление. Взяла магнитный замок. Можно взять просто карабин. Так, и нужна будет леска. Леска у меня размером 0,2 миллиметра. Вот такая леска. Теперь отрезаем 1,5 метра лески и приступаем к работе. Магнитный замок я буду включать сразу. Для этого набираем 2 бисера, потом замок и еще один бисер. Спускаем в середину лески всю нашу работу и проходим через первый бисер, делаем такой круг. И не забудьте спустить на середину лески. И вот такой у нас узор получается в начале. Но если вы используете карабин, можно вместо замка поставить еще один бисер. Вот. Дальше идем. На правую сторону лески набрала одну бусину и 4 бисера. И правой же стороной лески проходим через первую бисеринку, делаем такой круг. Вот так. И у нас образуется здесь вот такой элемент. Потом его подвигаем к бусинке. Вот туго нужно подвинуть. Потом набираем еще одну бусину и еще один бисер. Вот. Спускаем. Вот что у нас получается с правой стороны лески. Вот такой элемент. С левой стороны тоже набираем одну бусину, выполняем вот такой элемент. Дальше одеваем одну бусину, но последний вот бисер здесь уже не одеваем. Сейчас левой стороной лески проходим крест-накрест через вот этот бисер, который мы одевали с правой стороны. И у нас замыкается в кольцо первый элемент. Вот смотрите, что у нас тут получается. Вот. Сейчас нужно вот такой элемент выполнить в этой точке тоже. Для этого я одеваю с одной стороны 2 бисера. Вот с правой стороны одеваю 2 бисера. Так. С левой стороны одеваю 1 бисер. Так, у меня иголка соскочила. Ну ладно. Так, один бисер одеваем. И проходим крест-накрест через вот этот второй бисер. И у нас получается завершенный первый элемент. Сейчас я вам покажу на схеме еще раз. Вот что у нас получается. Вот так плетем мы до необходимой длины. Очень легкий, простой узор. Мы уже так плели. Просто такими бусинами я еще не плела. Я, по-моему, плела беконусами. Вот. Ссылка на тот браслет, ссылку оставлю. Так, сейчас вот наша схема. Вот здесь мы начинали. Выполнили вот один вот этот элемент. Вышли крест-накрест вот здесь. Вот очень простой узор. Мы вот так вот идем. Вот крест-накрест здесь выходим и здесь. А вот эти две стороны как бы выполняются отдельно. Так плетем до необходимой длины. На этом конце я тоже установила магнитный замок. Вот. Ну, а концы лесок нужно вывести в одну точку. Для этого нужно по кругу провести. И потом завязать, отрезать и подпалить концы. И вот такой легкий, простой браслетик у нас получается. Но благодаря вот таким красивым бусинам браслет настолько интересный, переливается. Просто замечательная получается работа. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем желаю удачных творческих работ. И до следующего видео. Пока-пока.